Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня будем потихоньку приучать козочек, вот как Катя стоит, на дойку. Я надеюсь, она меня дождется сейчас. Ну, она знает, как бы, этот столик уже, но все равно. А всем приятного просмотра! Кто первый, девчонки? Кто первый будет? Ага. Вот у нас там Стеша. Пойдем, Стеш? Ну. Кнопа, пойдем. Кнопу, пошли. Давай. Вот тут. Ну, ты же знаешь это место уже, давай. Почесуньки и доечка. Давай. Чесунки и дуечка, правда? Да. Ты мне что хочешь сказать? Пластика очень красивая. Так, рога убери, пожалуйста. Вот, Алин, я тебе говорила, что смотри, чтобы малышня вот сюда, не надо ее здесь. А то и ветро стоит, и... Он палкой махает. Да. Да, я. Орфейка? Вот, кнопочка уже привыкает. А первое время она на месте не стояла. Катя все-таки не дождалась, убежала. Кнопа, стой. Сейчас подуемся. Тише. А что? Не знаю, не бывает так. Приходится ведро держать. Стой, кнопку. Ну, мухи, да, тоже надоедают. Мух очень много. Вчера вообще мух не было, ветер был, из-за этого мух не было. Стой, моя девочка, стой, мой хороший, стой. Обрабатывать здесь бесполезно, потому что они все равно будут лететь свежие. Эти сдохнут, другие все равно прилетят. Тише, ведро перевернешь. Стой, кнопочка. Стой, моя девочка. Вот так доимся с танцульками. Еще и танцевать успеваем. Стежка рядом лежала. Все, кнопку, ты свободна. Сиди тут, чтобы малышня не было. Пашечка, ты чего? Пойдем, кнопку пошли. Свободно. Все, молодец. Давай. Пойдем, то тебя не дозовешься, то вообще уходить не хочешь. Стешой. Пойдем. Стеша. Оп. Пошли. Пошли, ты знаешь, куда идти, ты знаешь, что делать. Давай. Так, малышня. Вот малыша, я тебе говорю, ну не пускай сюда. Пойдем, Теша.
главное, чтобы волос у тебя не нырнул в виду. И что, искупается? Помоется. Куда моя девочка? Так и хочешь. Сергей, что ты хочешь сказать? Кто-то из кос уже гладкий-гладкий, а вот Глашечка у нас еще до сих пор. Мы ее почесали недавно, но все равно она прям вот пуховая какая-то. Глаш, такое ощущение, у нее порода смешанная, пуховая с дойной. Если вот козы, они гладкие прямо, они уже облиняли и все, и уже новая шерсть. А вот у Глаши она вообще прям пучками. Стой, девочка, стой. Так, так, надо копыта всем уже подстегнуть. Смотри, ну вот что вот сейчас? Стой, стой, стой. Тише, стой. Надорвешься, ты что делаешь? Как видите, у меня козы, когда доятся, не кушают вообще. Они у меня приучены за час до дойки, они кушают, а потом через час у них дойка. Поэтому козы спокойно себя ведут. Никакой у них паники нет насчет того, что им еду не дали. Специально так приучили, мне удобно так просто. Если кого-то увидели, наверное, кричат. Молодец. Свободно. Свободно, девочка. Давай, давай, давай. Другие же тоже ждут. Катюш. Катя. Пошли. Пойдем, девочка. Айда на дойку. На дойку. Давай на дойку. Давай на дойку. Пошли. Давай. Вот умничка. Вот молодец. Моя девочка. Вот умничка. Они знают, куда идти, знают, что их будут доить, но единственное, никак не привыкнут сами подходить. Когда их доили просто на земле, они спокойно все по очереди подходили, кроме Кати. Сейчас вот Катя уже знает, что дойка, поэтому спокойно идет без всяких проблем. Но немножко приходится подгонять. Ты чего в него уходишь? Дочка теперь на каникулах. Маме так помогает. Теперь наиграется досыта с козлятами за лето. А то была только на каникулах. Козлят видела зимой последний раз. Нет, весной, да, Лен? Весной она их видела последний раз. Стой, 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 все хорошо, все хорошо. Ты чего? Он бодается. Он, вот это плохо, он будет бодливый. Когда козел начинает бодаться, значит, он будет... Помнишь, у нас был такой козел? Ой, это я даже вспоминать не хочу. Только и оглядывались, с палкой ходили, чтобы нас не боднуть. Вот такой же будет. Не приучай к этому. Стой, стой, стой. Сам уже.
конечно, одолевают. Алина. Алин, ну ушел твоя игрушка эта, блин. Иди отсюда, кыш. Он мне доить сейчас мешать будет. Стой, стой, стой. Ё-моё. Так сейчас вот, вот, видишь, я говорю, ну не подпускай сюда козля. Козли начнут сейчас все легаться. Я сейчас пинка дам. Понятно? Стой, Катя, стой. Пинка. Катюш, стой. Возле ведра я тебе что сказала? Уходи с ним туда немножко. Так. Ну не таскай, надорвешься. Кате немножко приходится подольше дойку проводить, потому что у нее одно вымя меньше, одно больше. И получается, пока маленькое сдоишь, и тут уже большой одной рукой приходится доить. Потому что, ой, мухи достали. Стой. Мухи прям сильно достают. Ну, Катя молодец, она хоть и ногу поднимает, но старается тихонько, чтобы не попасть в ведро. Игрушка. Игрушка. Стой. Видите? Вот и приходится так доить. Потому что мухи сильно одолевают коз. А обрабатывать здесь бесполезно. Сейчас этих потравишь, прилетят новые. Орфейка. Тише, тише, тише. Тише. Все, мама, меня повалит сейчас. А? Мне еще повалит. Ну, что делаешь? Нормально, это, встань. Малышня, теперь есть с кем играть, малышне? Они от нее не отлипают. Сегодня весь день, полдня с ними играет. Все, игрушка, слезь с меня. Алина, ЧП! Куда? Давай, давай отсюда. Мне мешает, реально, малышня вот это мешает. Немножко будешь получать, потому что реально мешает. Пока я другим за это получу. Стой возле ведра и пойдем. Так, кто? Здесь все подойные. Маша, Машун. Пойдем, пойдем. Пойдем. На дойку. На двойку иди. Ты дорогу немножко спутала. Давай. 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 На место. Вот. Вот хорошая девочка. Вот хорошо. Все. А где моя игрушка? Ну да. Сейчас еще она мешать будет. Игрушка, иди к Алине, не надо ко мне сейчас. Сейчас не до тебя, сейчас, видишь, двойка идет.
молодец. Маша, стой. Давай. Попыток. Ну, покажи, как умеешь. Давай. Стой, стой, стой. Чего ты сегодня? Что сегодня с тобой такое? Вот у Маши надо потихоньку доить, потому что очень сильно бежит струя. Аж разбрызгивается по всему ведру. Вымя удобные, но слишком такие, как сказать, легкие каналы вот эти вот. На соске. Это как бы вообще большой плюс у козы. Но все брызги летят и на лицо, и на тело. Так, 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 так. Ну-ка. Стой. Стой. Встань. Маша, встань. Маш, Маш. Что, меня тронулся козля? Переливаю в другое ведерко под сеточку и закрываю, поэтому не страшно, что оно стоит на земле. Давай, свободно. Так, Али, малыши, как-то я тебя просила, чтобы, не дай бог, подойду, сейчас вот верну. Перевернул мне сразу все. Так, вот я иду за козой, вставай там. Алин, ну перевернул же мне ведро. Нет, сюда давай. Точно нет. Давай. Катя, давай. Давай, девочка. Ну давай, не тяни, ты же не одна на дойке. Приучая вот именно чесанием, чтобы они понимали, что им делают заодно сразу типа массажа, чешут. И тогда они так не боятся. Эту процедуру уже неделю как почти я делаю. Все, у меня лампочка. Фу. У-ху-ху. Бзнула. У-ху-ху. Катя. У кос есть привычка такая плохая. Втихаря берет и взнет. Фу. Хулиганка. А, Катюк. Ну. Еще даже сиськи не помыли. Тише. Тише. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Это я. Ты че? Она у меня очень такая взбаломошная. Да, это я, моя девочка, это я. Ты чё?
Боится, что чужие люди начнут руки протягивать к ее вымени. Сразу танцевать начинает. Пока не посмотрит, что... Стой! Что это именно я стою. Тихо. Давай. Вот ее придется доить одной рукой, потому что она изначально начала уже брыкаться. Попробую сейчас, не знаю. Катя? Катя. Катюша, встань. Тише, тише, тише. Тихо! Все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Приходится с ней разговаривать, приходится как-то сюсюкаться, чтобы она спокойно себя вела. Первые дни вообще страсть была. Она тут аж выворачивалась вся, выпрыгивала. Что это я даю? Ты что, с ума сходишь? Кнопочка ветку грызет. Надо, Алин, завтра им веточек на это, молодых нарезать. Угу. Стой, стой! Вот на дойке бывает и такое. Стоит спокойно. Потом танцевать начинает, потом опять стоит спокойно. И вот так вот через раз. Через то стоим, то не стоим называется. Вот эту Катю очень долго я приучала к себе. Стой! Давай. Все хорошо, девочка, все хорошо. Первое время, когда она только у меня появилась, она очень была такая противная, вот в плане дойки. Она не подпускала к вымени. Очень сильно капризничала. Алина? Алина? Стой, Кать. Стой. Стой. Вот и приходится подлавливать момент, чтобы коза не попала копытом в ведро. Потому что понимаю, что потом просто это молоко будет... Придется выливать. Тише. Тихо, Катя. Все хорошо, все хорошо. Немножко осталось, ты начинаешь вся прям. Ну еще я понимаю, из-за чего... Подержи, пожалуйста. Я знаю, что она так, почему себя ведет, потому что у нее вымя подсыхает. И крем она не любит. Вот приходится ее же молоком смазывать вымя. Вот тогда она еще более-менее себя спокойно ведет. Вот молодец. Вот топочка. Вот хорошая девочка. Тихо, Катя, Катя, Катя. Катя. Белка, еще Машка, еще Дашка, Катя обе, Маша одна была буйная. Стеша, по-моему, Стешу. Я же кого первую? Кого я подарила? Вот. А, Стешка подуем. Стешка. Давай мне теперь, чтобы мне не бегать это от ведер, сюда в эту сторону гони. Белку давай, белку, белочку. У нее вымя тоже это... очень такие легкие. Давайте.
немножко отгоню козлят, потому что козы потом не идут. Белка, 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 белка. Молодец. Давай, давай. Давай, ты знаешь куда, ты знаешь для чего. Вот. Молодец. Вот хорошая девочка. Вот так мы вытягиваемся. Хорошо. Вот. Очень любит, когда чешут. Особенно вот здесь. Да? Вымя у нее, не знаю, а, наверное, от бабки козы досталось. От мамки нет. У мамки хорошее вымя, удобное. А вот у другой козы, у бабушки у нее получается по линии. Возможно, были маленькие вымя. Вымя как бы такое устраивает, а вот сами соски нет. Алин! Сейчас я это додаю одну, и тогда ты можешь забирать ведерко, да? Потом придешь. Белка, копыта, копыта. Немножко побаивается все равно. И Маша остается. По-моему, я не ошибаюсь. Дашка точно. И Маша. Это подвоенное, это подвоенное. Да. Все подвоенные. Две Кати подвоенные. Белка, белка. Копыта. Очень маленькие сосочки, приходится мучиться, приходится подстраиваться, подхватывать, чтобы подоить козу. Так, это нельзя говорить. Вот все устраивает козе, кроме сосков. Так, соски от силы 5 сантиметров, даже меньше. Это а когда еще при дойке доишь, они хоть чуть-чуть, а когда уже заканчивается дойка у нее именно, и тогда соски вообще маленькие, прячутся аж вымя. Вот я не понимаю, от кого она могла это от какой козы, по какой линии могло это передаться этой козе. Потому что ее мама, как бы, соски прям удобные. Вот и приходится с этой козой немножко тоже подольше дойку проводить. Чего? Не тряси ногой, не тряси возле бедра ногой. Зачем меня укусила? М? Белка, это что за намек такой? Не легну, так укушу? Ладно, хоть ущипнула, а не цепанула. Болячка была бы, значит, у них же зубы-то острые. Намекает, что хорош меня доить. А у него вымя там
ливневыми, а соски-то маленькие. Пока выдаешь, время надо. Да, еще и рычит тут стоит, подмыкивает. Да, беги. И как? Она диковатая, она очень боится. Привет, но ты мне сейчас не нужна. Мне не до игр. Аккуратно, Алин, полная. Аккуратно, пожалуйста. Она реально полная. Утащишь? Унесешь? Угу. Кэти, 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 Даша, 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 идем. Даш! Даша, ой! Ой, аккуратно. Давай, я тебя жду, еще две козы, а то сейчас за молоком должны подъехать уже. Чего, игрушка? Ты сегодня прям вообще... Чего тебе? Чего? Даш! Идем! Вот что ты так наблюдаешь красиво? Идем! Маша! Машунь! Игрушка! Ой! И разула, и раздела! Так! Так! Вот не надо! Ну-ка! Ну-ка! Вот плохо с козлятами то, что они вот так вот творят. Прям вот слежкой-слежкой, иначе перевернут тут же ведро. Сегодня прям как чувствуют, что они снимаются тут. Ой, зайка, зайка. Арт, Арт. Вот Арт и Катя, это дочка ее. Маш, пойдем, а? Алина! А побыстрее можно, пожалуйста? У меня должен человек приехать за молоком, а я до сих пор кост не подаю. Ты думаешь, я шучу, что ли? Ну, мне реально звонили насчет молока. Давай мне Машку. Вторую, это, первую Машку. Айда, Кэти, 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 Кэти. Айда, Кэти, 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 Кэти. Маш, 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 Маш. Маша, 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 Маш. Маша. Маш, Машунь, Маш, Маш, Маш. О, давай иди. Ой, игрушка, блин. Давай, 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 давай. Давай, Маша. Маша, заходи. Заходи. Игрушка. Игрушка. Тебе рано доиться еще. Ну ты что сюда забежала? Малышня сегодня прям чувствует, что тут съемка идет. И они прям как специально не отходят отсюда. Вот Белочкина мама. Вот у нее вымя хорошее. И, как сказать, у нее соски хорошие прям, обхватистые. А вот у Белочки, к сожалению, нет. Копыта. Копыта. Дальше. Стой.
мой. Алин, придержи рукой вот эту ногу, вот эту. Стой, стой. Сегодня прям как специально не хотят ни слушать, ничего не это. Ой. Стой. Тихо, тихо. Это что это такое? Спокойно стояла. В чем проблема сегодня, я понять не могу. Вот это вообще, они как чувствуют, что их снимают, они сегодня не хотят слушать даже. Стой! Стоять! Так что и на дойке бывает и такое. Свободно. Беги. Так. Дашу. Дашка. Даша. Мама, да, у меня. Даша, 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 Котя, 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 Даша, 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 айда, тыти, 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 айда. Айда, моя девочка, домой. Айда, домой, говорю. На доечку, давай, давай. Вот, умничка. Айда, начался. Почешемся, давай. Вот, красотулька, молодец. Малышня, смотри. Она же резиновая. Она же не железная, чтобы... Повесь ее, пожалуйста, мамочка. Нет, повесь эту резину. Так, ну что ты рожки? Рожки зачесались. Ой, Господи. И так каждый вечер что-то происходит, что-то... Какие-то вот неожиданные вот такие вот нюансы, непослушания. Это можешь вылипать. Все. Даша, копыта. Копыта. Встаем. Молодец. Сегодня очень хорошо, погода. Стой! 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 Вот такое даже бывает. Резко запрыгивает козленок, коза сразу беспокоится. Просто сейчас дочка позволила с ней играть им. И поэтому козлята уже просто не знают меры. Вот везде прыгают, на всех прыгают. Thank you.
не закончилась дойка вечерняя. Если я вижу, что суховатые вымя и соски, я смазываю их же молоком. Поэтому им также смягчает это все и не сохнет. Свободно, молодец, Дашина. Пойдем. Ну вот и все, подоились все козочки. А я сейчас пойду переливать молочко, и меня уже ждет покупатель. Хулиган. А всем спасибо за просмотр. Ставим класс, подписываемся на канал. И пока-пока.